Автомобильная дорога М10 Рэчыца-Калінкавічы будет реконструирована на принципах державно-приватного партнерства. Отповедный указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Документ вызначает умовы реконструкции и технического обслуговывания участка дороги М10, начиная со 110 километра, агульной протяглостью 85 километров. Заходячи из международной практики, при поддержке и сопровождении Европейского банка реконструкции и развития будет проведен международный конкурс по выбору приватного партнера. Пераможца прыме обязательства за 2 года реконструировать дорогу и будет нести отказность за стан, обслуговывающий яе на протягу 20 годов. По закончении этого термину дорога снова перейдет во власность державы.